79. На мать. Пошли. Бля, хуйня замороженная. Кринж. Толастик есть, если он, конечно, сколько-то проживет. Так, дамаг 3.50 ровно. Кстати, смешно. 3.50 ровно. Ставщики на номер 4, да. Увы. Увы. Так, 1xv9, rnfn. Есть ластик. Да пробегу, похуй, 2 хп, ни 1 хп мне похуй. Блять! Опять не дотяну. Название 77, да мне... Смотрите на экран, чем в тайтл смотреть. Тайтл. Забыл, теперь мне уже лень. Поменяю уже после этого забега. В ту или в другую сторону. Так, а косы будем удалять там. Кого-то удалить, кто долго в игре будет еще. Вы тоже скоро исчезнете, вас тоже нахера удалять. Пауки, мухи, в принципе, самое понятно. Ну, просто мухи и так легкие, скорее пауков. Мух. Особо можно не удалять, только каких-нибудь мух зеленых, может, мух можно удалить. Зеленые мухи. Бля, тут кирка есть. Блять, кирка это имба. Кирка это пиздец имба. Я бы взял вместо ластика спокойно. О, нахуй. Пошла отсюда нафиг. Тупая сливка. А. Никого я по итогу не удалю. Это опасно. Но это билд. Сегодня, видимо, день мемов, я понял. День мемов. То не день, то мем. Мемов день. Хотя, может, будут враги в Кёрсе. И там враги довольно мерзкие всегда. Не, нихуя не будут. Ладно. На, нахуй! Получила тупая тролль-бомба. Ну, то-то же, блядь. Ластиком и ластиком. Фросткейк, да, он двери ломает. Он ломает с камня, но... Лениво этим заниматься, честно говоря. Вообще, здесь секретка первая должна быть, так что можно попробовать. Заебись. Это было быстро. День хелс. День здоровья, да. Я заберу все же, наверное, кирку. Нет, я нихуя не заберу. Пососу. Ладно, пошли дальше. Тут денег нашел, тоже хорошо. Там вообще была копейка одна. Там была монета. Ну, может, меня игра пытается типа переубедить, что не стоит брать кирку. И на самом деле нахуя, если так подумать, у меня уже есть фрукткейк, я могу фрукткейком фармить. Просто будет дольше намного. И кирка, я еще могу скипать этажи там финальные. У него не фарм. Ну хотя, в принципе, скипать румы в альтрауте в этом долбоебском. Как будто даже ничего хорошего мне не даст. Так, это говна сделка. Ну, может быть... Другая будет получше. Так, теперь получается скипать сделку нет никакого смысла, окей. Сделка официально понюхана. Ангела уже скорее всего не будет, либо только будет шанс на него. Ну и ладно, ну и пофиг.
Ну и пофиг. Я думаю, на этих мух мне пофиг. Пусть живут, мне не жалко. Лол. Украл. Так, два ключа. Ухуй. Не мерзкие. Те их тоже, по-моему, не будет больше нигде, наверное, до конца этого рана. Блять. Нахуй я пытаюсь играть этим замороженным ебланом. Чем я даже пытаюсь это делать? Не нужно этого делать. Обычно рубашку кинуть в огонь, она теперь сгорит по-настоящему. Ну, по идее, да, наверное. Должна. Этого же врага, по идее, уже больше не будет. По идее, да. Ключ бесплатный. Бесплатно это по-нашему. Бахай-бахай. Три ключа есть, я могу открыть все. Нет, я не могу все открыть, я могу два чего-то открыть. Там не было, да? Спасибо еще за 200 хрон за комиссию. Спасибо. О, это мы берем. Вау. Выбор, конечно, мое почтение. Выбор просто лютейший. Но ладно, хп, опять же, я на дьяволах, поэтому ладно. Три красных могут даже очень сейчас и пригодиться. Возможно. Фига трек. Или это какой-то микс. Это не оригинал. Либра, а нахуя мне либра? У меня стат нет. Типа ни скорость, ни дальность вроде пока еще небольшие. Да, кстати, я скипал хаша вторую фазу, по-моему, в файле последнем. Забавный факт, я тоже это, по-моему, доделал. Это довольно сложно сделать, не на бетоне. Типа, вся ровно одна попытка. Ну да, можно хаша вторую фазу скипать ластиком. Если подгадать. Да в смысле? А где? Я перезаходил, да. Ну, типа, это нормально. Там это можно делать. С First Try это тяжело сделать, да. Ну, типа, один хер, типа, одна попытка есть. Просто с передовым ты можешь, типа, лучше хп ему слить. Визуально. Только в этом плане тебе это может помочь. А так это все, ну, одна попытка тоже. Если кинул латик, ты уже не можешь его перезарядить потом. Он уже не вернется. Ну а на бетоне там попроще, там у тебя может куча быть зарядов ластика. Там даже можно мегасцена, по идее, удалять, но я тоже, по-моему, не пробовал. Это, по-моему, фон тогда, по-моему, тестил. Вроде мегасцена тоже можно удалять. По-моему, первую фазу можно убить, тогда вторую вроде скипнешь. По-моему, что-то такое. Но там посложнее, по-моему, сделать. Там, по-моему, еще хуже все. Ну, а хаша как-то еще вроде не сильно сложно удалять. Может быть, зверя тоже, хотя зверя, наверное, вряд ли. Да, зверя там, по-моему, нечего удалять. Там догму, если... А, если догму удалишь, там будет софлок, кстати. Ты можешь догму удалить, у меня это было... Нет, это было не у меня, это, по-моему, я у Хьёмина видел. Она там играла. У нее, по-моему... У нее, по-моему, удалил ластик, который этот... Огонек бета не удалил догму.
Типа она это орбиталила. И типа все. И тут я просто был софтлок. Да, ты тупо дома остаешься навсегда. Можно из дома больше не выходить. Ура. Очень странная херня. Там, по-моему, осталось еще, по-моему, 2 софтлока осталось на догме. Если ты прокаешь, то что-то уровня Лазаря Рекса в конце файта первой фазы, то ты тоже, типа, получаешь, типа, респаун. Все еще, типа, в той комнате. И тоже там тупо остается это пустой этаж. И ты не можешь никуда дальше пройти. И также какой-нибудь, наверное, Inner Child также, наверное, должен работать. Типа они все, наверное, одинаково работают, эти респауны. Да, он включил. Спасибо, Хромчу, за 200 за комиссию. Так, что глянем, что здесь дают со второго раза. Дают книжку на ХП. Ну да. Да, книжка на ХП, да, давай. Это все еще Марс мерещится, как будто сейчас сделаю дэш в эту дырку и поломаю стрик. Мне теперь паранойя за Марса. Это мне выгодно будет нажать книжку. Там опять же как минимум один айтем бесплатно будет с босса. С босса слэш дьявола. Там это реально будет выгодно. Так, кёрса бесплатная. Мультики? Какие мультики? А, я мультики взял, да. Я забыл, ну ладно. А я уже про них и забыл. Так, это брать не надо, я тут же-то потеряю. Костяшку терять я не хочу. Поможем. Таблетки нет. Таблетки кушать нельзя. Есть Сокрома, но на нее хп вообще, по-моему, не хватает тотально. Не, там тотально, по-моему, хп не хватает. Там прям вообще хп нет уже. О, убрали руму с шипами. Спасибо. Спасибо. Убрали ее с моего пути. Приятно. Я хочу проверить, если взять на прогиб поясом. Взять на прогиб поясом и до приземления использовать душа Самсона или какая-то там берсерка меняет, то босс сразу же дохнет. А это же баг давно исправили, Феникс. Это, по-моему, давно уже исправили. Разве нет? Это было еще очень давно, когда можно было тупо на Тансасоне, по-моему, так делать. И боссов, типа, удалять. Там так дилю можно было, типа, пройти сразу. По-моему, это уже все исправили. Они баги больше, если они, типа, багов исправили. Ну, прям таких жестких багов. Основную массу они, типа, все уже давно, по-моему, исправили. Хотя, конечно, если там будут, типа, и берсерки, и душа Самсона вместе, типа, с суплексом. Ну, не знаю. Все же думаю, что не будет там никакого уже мема. Ничего смешного там уже не будет, наверное. Дамаги нет? Да почему нет? Вроде 5 дамага. Нормально. Плюс фрукткейк. Тазобек уже сильнее, чем прошлый ран, по-моему. До вомба, наверное. Тазобек уже лучше. О, бади на бакс. Имба. Имба! Надо забрать. Это я по-любому заберу. Очень сильный фамильяр. А, кстати, это будет конжойнт. Ну давай. В принципе, соты уже не прям дико плохие. Ладно. Ранний конжойнт. О, ты говно. Ха! А ты говно. Ловко получилось, ну ладно. Камень поломал. Раз и какашкой стал. Ебать. Рифт хватит. Сука, рифта прокает, чё так много? А, потому что теперь 3 слезы, ну да. Теперь поэтому и проков будет много всяких разных. Я по лицу не получал, серьезно. Нихуясь. А кто? А, я тебя не видел. О, мав, здорово.
Правда, опять же, маф с фрут-кейком. Блин. Блин. Ну, пофиг чё. Я знаю, что это, я знаю, что это спижу, да, я в курсе. Да не, я заберу, просто странно будет, наверное, пользоваться мавом и фрут-кейком. Вот в чем проблема. Удача прожила, конечно, рекордное количество времени. Как обычно. Надо тут аккуратно, я могу нечаянно зеркало разбить. В той руме лучше вообще, блядь, не стрелять нахуй. Просто лучше не стреляй. Не надо. Просто не надо этого делать. Где, ёпта? Кривой говноэтаж. Проебать 5 бомб ради 3 копеек. Всегда мечтал. Так, сейчас надо аккуратно. Сейчас будет лост с фруткейком. Фруктовый лост. Тут надо осторожно. Бомбы, я знаю, что бомбы бесконечные. Но вот время не бесконечное, понимаешь, Сэджи? Вот время ресурс важный, а время у нас не бесконечное, поэтому, знаешь, я не хочу таких бомб вечных, бесконечных. Так что как подумать? Вроде да, вроде и нет. Не, пойдем. Пушки. Да, по идее идти на босса, но что-то я ссусь из-за фрут-кейка. Что-то я не хочу идти на босса из-за фрут-кейка без защиты. Стоп. Это может быть защита. А куда муха улетела? А, она к нему улетела, окей. Там враг остался. Это не защита. Вернее, не для ласта защита. Не, нахуй пошли отсюда. Рано так хороший. Не надо выебываться. Надо выебываться, просто пошли дальше. Так уже мафом дали на халяву. Даже ластом на не буду, наверное, делаться. Кивсы. Так, ладно. Нож взял. Че, мультик посмотрим? Боюсь идти в Кёрсу. Че толку, нахуй? Я остался. Я даже в Кёрсу идти не хочу, потому что, блядь, страшно, нахуй. Я был один делаться ластом. Смысла было никакого в этом. Оооо. Пошла музыка. О, пошла музыка. Давно, по-моему, ее не было. Пошел музон. Хороший тринкет. Перед морг. Забег прошлый был интересный, да. Забег был прошлый забавный. Дорстоп на боссов вроде работает тоже. По-моему, да. Даже Меркурий, по-моему, на боссов не работает, а вот дорстоп, по-моему, работает на боссов тоже. Так, ну, всего один ключ, правда. Это печально. Да ёбаный ты, блядь. Пиздец. Скорости вообще никакой нету. Кстати, маф тоже, наверное, на фруткейк работает, да ведь? Скорее всего, да. Ура, телепорты говна с фруткейка, спасибо. Спасибо огромное.
Этот особо как-то начинал Гидеона три раза заново. Уф. Неприятно. О. Можно дофармить, возможно, пойти этого черта. Черта можно пойти дофармить. Прекрасных есть. По-моему, бомжа не взрывал, да? Верно, ты все же умрешь. Будет шанс побольше, поприятнее. Ебать, 95, нихуя себе приятнее. Реально приятнее получилось. Так, на тебя мне все же хватает вроде. Давай ты не будешь тварью, а? Давай ты мне все же дашь айтем. Блять, ты похоже будешь тварью. Прямо вообще тварью будешь или нет? Похоже, да. Охренеть. Ну и иди нахуй тогда. Черт с ним. Yes. А. И вам хорошего дня тоже. Пошли дальше. Я не знаю, как это работает. А как это работает с трипл конжойндом? Может быть нормально? Не, по-моему, хуйня все равно будет какая-то. По-моему, ничего хорошего не будет. Правда же? Перед ультра. Всего хорошего тоже. Это какая-то хрень. О! Тоже поинтереснее. Ну ты опять будешь уродом, правильно? Так что, наверное, похуй. О! О! Даже Левиафан что-то даже как-то не посчитал. А, там у меня же было это. Пента была точно. Пентаграмма же была. Дотыкаем, возможно, этого урода. Слышь, урод. А этом отдай. Или ты правда урод? Ясно, понятно. Отдала этом. Спасибо. Бля, как мне этот замороженный членосос бесит уже. Под ногами, сука, путается. Так, бомб мало осталось. Экономим. Маленько, но экономим. Шмап тоже может дверь открыть, кстати. Думаю, вряд ли. Нет, не думаю, шмап может дверь открыть. Там тиков, по идее, много. Там много эффектов в раз она прокует, если они прокуют там. Ладно, так это бредовая идея. Где там дэвэйв? Это явно бредовая идея. Ну открой. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну откройте дверь. Спасибо. Спасибо. Все, пошли. 4 часа, да не. Да поменьше. Да не 4 часа. Ок, стан. Время не терять. Сразу пойти туда сюда. Тук-тук, откройте. Открывайте шахту. Нок-нок-нок, хэдэн сдор. Даже и так. Нас впустили. Чтобы не терять время. Не вижу никакого в этом противоречия. Искать три кнопки, потом идти обратно, все еще было бы медленнее.
Шах и мат. Это все еще было бы медленнее. Это все еще оптимизация. Ничего не знаю. Это абсолютно точная оптимизация. Время максимально оптимизировано. Может быть, маленько через жопу, но все равно оптимизировано. Так что все нормально. Никакого таймлосса, одни таймсейвы. Только время отыгрываем. Бдыщ, бдыщ. Трипл бдыщ. Какой шанс успеть на бустраш на матери вообще там 25 минут? Там да, там 25 минут. Да шанс такой же, как и обычно, наверное, примерно. Если ран хороший, можно успеть, если ран говно, то все равно не успеешь. Мне кажется, плюс-минус одно и то же, что и на не-альтрауте. Не, бывает, иногда успеваю. На стейке даже здесь, на бусраж. Ну, типа, ты после времени тратишь, конечно, много. Там на всю эту дрочь. В плане там сбора ножа, фарма зеркала, все прочие параши, поэтому... Наверное, все же посложнее успеть здесь, чем в обычном рауте. Что много лишних действий нужно делать. Бесполезных. Так, да нахера. Как будто нам деньги нужны. Как будто мне часы нужны. Вот таберем, ба. Часы нахуй не нужны здесь. Нахуя. Табель другое дело. Альты, короче, обычно. Ну вообще, да, там этажи, по-моему, маленько короче у них в среднем. Но все равно это нихуя не спасает. Это альты все еще хуйня ебаная. Они все дольше проходят, потому что сами румы, по-моему, более дегенератские, плюс всякие ребусы, которые тоже время отнимают часто больше, чем обычная комната. Так что там это вообще ни на что не влияет особо. Господи, иди нахуй, я не вижу айтем за тебя. Там вторая часть гапи, окей. Так, нож у нас на базе, нож у нас на базе. Все, пошли. Взял, перекрыл айтем. Честно, ты не лучший разработчик ребусов. Я готов с таким смириться званием. Я не лучший, да, в ребусах. Наверное, это правда. Наверное, я даже готов с этим согласиться. Ну, может быть, хотя бы в топ-3. Хотя бы. Но явно не лучший. Здесь дорстоп, я вообще забыл напрочь. Я просто им вообще не пользуюсь. Нахера брал дорстоп. Чё? А! Фрутейк. Это у меня ж вроде полет, почему я урон получил. Спасибо, фрутейк. Вообще, знаете, я на нахуй забью реально. Пинш. Паролю по этому руму последнюю. Вдруг что-то смешное будет. Давай это заберем. Это много дают тринкетов хороших. Не знаешь, что ей взять. Ну блин, на маф и на фрутейк это что-то прям вкусно. Звучит вкусно. И по вкусу вкусно, и по факту вкусно. Как будто надо оставить. Шел нахуй. О.
Ого. Тоже давай. Это на босса, наверное, поставим. О да, о да. Хороший враг на бафомет. Я магаз не видел, да? И обратно. На. Урод! Он успел, да, убежать? Он, походу, успел убежать. Или нет? Сейчас не очень понял. Дресня, дресня. Не, вообще, знаете, денег много. Их не буду тратить, так что пошли, сходим все же. Тут вроде магаз где-то недалеко должен быть. Где-то тут магаз будет, наверное. Ну да. Логично. В принципе, логично. А. Ну да, в принципе, я тоже не удивлен. В принципе, я не прям сильно удивлен. Тоже нихуя нету. The tower. Да пофиг. Слава богу, теперь айтемы больше не берутся сразу на входе. Раньше так постоянно люди брали айтемы за хп. Просто на автомате. Потому что нахуй нихуя не помню, что там был айтем остается. Тебя там ждет. А, я поломал камень, поэтому меня ёбнуло костром. Блять, смешно. Господи, как же фрутейк меня убить пытается нахуй в этом сиде. Думаю, почему урон получил, я же в камне стоял. В хуя мне. Или там не было камня? По-моему, там был камень. Там же был, там был камень, да ведь? Он был. О, меня воспиздили. Господи, фрут-кейк. Как же он хуярит-то, господи, боже мой. Ну, типа, маф и фрут-кейк это плохое комбо. Как бы я об этом и так знал, что это будет плохое комбо. Но похуй. Надо играть близко, когда играешь близко, у тебя фрут-кейк мемы исполняет. С этим ничего не сделаешь. А еще у меня тем более три фрут-кейка, считай, вместо одного. Была такая акция из-за конжуинда. Ничего, нормально. Еще пятак, откуда деньги падают? Видимо, тоже с фрут-кейка. Странное происходит. Душа Евы на мать, в принципе, зайдет, наверное. Блять, а это... Ладно, похуй. Это бесплатные сделки. Может пригодиться. Да, может пригодиться. Хоть и не факт. Но может пригодиться. Тоже можно на матери нажать, получу терзу на минуту. Тоже не бесполезно вроде. Рано. Рано бахнуло. Терзы довольно мало. Терзак, конечно, особо не влияет, в общем-то. По сути. Все равно в основном играем авом. Ну да. Терзы немного. А! Спасибо, блять. Шлеп-шлеп-шлеп. Спасибо, нахуй, огромное. Думаю, почему меня эта атака задела? Я же стоял, вроде нормально.
Шлеп-шлеп-шлеп, нахуй. И все, и, блядь, паттерн по пизде пошел. Вторая справа, что-то направо, наверное. Авель тащит забег. Тащит безумно. Просто безумно тащит. Изо всех сил тащит. И батя тащит. Опять 95. Давай. Не прокай. Блин, этот модем как-то странно то так и делает. Ну, вроде жить-жить можно. О! У меня корона будет работать. Окей. Ой, бля. Здорово, нахуй. Здорово, нахуй. Блять, я ее поломаю, она потом обратно вернется, окей? Она обратно вернется. Все, все будет нормально. Все будет четко, окей? Все будет как надо. Какой-то циклоп ребенок, что за хуйня? Что происходит? А теперь какой-то амогус. Потому что меня отберут эффект импресса. И у меня будет одно красное хп, по идее. Ну, по идее, если я... Все правильно понял. Разве нет? Вроде должно вернуться. Ну да, эта карта, как бы тоже я не сильно часто прям пользуюсь, есть такое дело. Нихуя себе. Что с ней делать? Да, все нормально. Вернули. У меня будет, конечно, капец слез на матери. Это хорошо. Потому что у меня фрут-кейк. Но уже пофиг. Что есть, то есть. Здрасте. Паролить, а? Что за проки безумные? Поменьше прокает. Жесткие проки. Ну, блять, конечно. Дожили. Да, кстати, он, я помню в этом мидбое. Он там, по-моему, летал как-то еще странно, по-моему. Как-то продолговато летал. Можно было в воздухе его долго держать. Это мемный был. Был такой. Горизонтально, да, типа. Как будто парил. А не прыгал. Успокойся. Чё, бля? И плохо. Сейчас мне тоже будет плохо, по-моему. Что происходит? Я ничего не понимаю, что происходит. Чжи. Ух.
сколько? 79. Сейчас я заберу вообще мало.